Апостол на 1 января 2022 года, послание к Галатам, зачало. С 8 по 12 стихи. Послание к Галатам святаго апостола Павла. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». И так верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона, а что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». И также послание к Ефесиям святого апостола Павла, 218 зачало, 16 стиха по 23 стих включительно. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства, и всякого имени именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Также Евангелие от Луки, глава 13, с 18 стиха по 29 включительно. Зачало 72. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывали с ветвей его. Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, учая, направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы?» Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон, и придут от востока и запада и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем».